Останчурская церковь была построена на месте обретения иконы Николая Чудотворца в 1895 году. Перед революцией церковь удлинили, поставили колокольню, но в 1937 году почти все церкви были закрыты, в том числе и Останчурская. Церковь начала жить в военные и послевоенные годы. Настоятелем церкви многие годы служил отец Павел, который дожил до глубокой старости. Был похоронен на приходском кладбище. В 1983 году, после окончания семинарии, приехал в Останчурку отец Сергий Сидоров. Здание церкви было полуразрушенное и требовало капитального ремонта. В то время нельзя было строить новый храм. Поэтому под видом реконструкции старой церкви началось строительство новой. В течение 15 лет женщины с отцом Сергием разбирали старые дома и по кирпичику собирали церковные стены. Отец Сергий вот уже 34 года служит в Никольской церкви села Останчурка, построенной его же руками. Красивый звон плывет под небесами, в Никольский храм спешит народ. Там под высокими церковными сводами отец Сергий службу ведет. Тихим спокойным голосом читает псалом за псалмом. На душе так легко становится, хочется взлететь высоко. Бог — это любовь к ближнему, подари ее, и ты будешь любим. Обратиться не поздно к Всевышнему, чтобы понял тебя и простил.